Стихийные свалки, образовавшиеся в микрорайонах Лондона и ЖБК со времен Советского Союза, сегодня общими усилиями выводятся за пределы города. По словам акима района Аманбека Калжанова, к этой работе привлечены коллективы товариществ и главы отдельных хозяйств. Атбасар қаласында, әрине, сол 90 жылдардан бері... Эта зала в городе Атбасар накопилась еще с 90-х годов. В летний период мы очистили и вывезли около 8 тысяч тонн мусора. Сейчас, как известно, есть 5 стихийных свалок. Насыпь составляет около 12 тысяч тонн. Хотелось бы выразить огромную благодарность руководителям каждого из хозяйств, которые приехали с двумя КАМАЗами и двумя погрузчиками. В настоящее время работают 35 КАМАЗов, 12 погрузчиков. Думаем, к субботе или воскресенье мы полностью вывезем 5 стихийных свалок. В целях благоустройства города Атбасар в этом году было высажено более 1500 саженцев елей. В центре города установлены арыки и асфальтировано 1,5 километра новой дороги с пешеходными дорожками. На текущий ремонт внутригородских дорог из областного бюджета предусмотрено 30 миллионов тенге. Напомним, район готовится к своему 175-летнему юбилею. Нурсултан Ибраев, Ербулат Серикбай, Павел Соловьев, Жахангер Мукамбетов, Кокши Ахпарат.